как здесь там что? Лабиринт, я думаю, здесь все помнишь прийти. Ну, то есть ты будешь тебе сказал дойти, вот по этому. Да, да, да. А вот оружие может. Каждое утро в 7.14 к приемнику присоединяется наш безвременно утраченный док. И этот мужчина прекрасный, который вот-вот, если ж заговорили, а договоре, небольшая. Требуется вам? Да нет, это заметно. Буквально секундная пауза. Вы видели Алексея Алексеевича? Нет. Вообще да. Но так, чтобы иным образом сменил свой имидж. Бросил семью и наконец-то бросил семью и сказал, что он хочет жить. Усы, борода. Смотрите, похож на Джорджа Майкла. Значит, я просто хочу познакомиться с тем аспектом вкратце. Сначала тоже страшно московский. Вот спектром интересов, которые есть у доктора. Вот и съездил, сука.
практически известие о положении страны ранее распространила пресс-служба ведомства. Сотрудникам космической отрасли России ограничили выезд за рубеж, отпускать за границу работающие с секретными сведениями будут только для лечения. В этом говорится. Пиздец, я испугался нахуй. Сиди. Сиди на. А мне это сюда выйти. Сиди. Да? Да. Ого. Откуда он взял? Блять, сука, пидор ебаный. Идет, если смотреть на межевой план, вплотную к меже, к забору, предполагаемому. Это так у соседа, а мы сделали, что получается метр отступили от этого сарая. Я понял. Вы знаете, что нам говорят о том, что остаются считанные секунды. Я с вами продолжу диалог после перерыва. Оставайтесь тогда на линии, мы вернемся и ответим на ваш вопрос. Адвокат. Ох, нихуя я себе вот. А его и там и нету, блин. А там машины нет. Да блин, блин. Да он, блядь, не слав, не слав, наверное. Что он делает-то? Он же пьяный. Пьяный, а? Да, пьяный. А ты чё? Я девушка помощь.
просто пипец. Это пипец. Так, ты до утра будешь его открывать. Ой, я не хочу тут ночевать. Блядь. Я его немного открыл. Да себе. Приехали. Шук мой? Да. Я не пролезу через такую маленькую дырку. Скажи, это само у меня с регистратора записи есть. Давай. Ну, резко тормознул. Сейчас ему скажу. А не обижу. Ёб твою мать! И надо свой получить. Если не хочешь, тогда... Тогда, как бы, есть такая...